пока официальная презентация не началась, наш секретариат хочет предоставить вам небольшую деловую игру, если вы не против. Проверить, скажем так, кто к нам пришел. Что вы знаете, что интересного. Приглушите, пожалуйста, немножко диссерт, чтобы было видно презентацию. А сейчас внимание на экран. У нас будет небольшой, скажем так, сейчас я буду вам задавать вопросы. Сразу говоря, они легкие. Вас тут не засыпаем. Кто правильно ответит на эти вопросы, тому у нас предоставлены небольшие поощрительные призы. Кто будет лучший? Так что я вот вам небольшой стимул. Итак, я думаю, мы начнем. Значит, смотрите, сейчас у нас будет несколько флагов. Какая это страна? Давайте кто-нибудь один. Поднимайте руку. Вот, вот молодой человек, красный, да. Скажите, как вас зовут и как, просто как зовут и какой курс? Факультет. Политология. Отлично. Записывайте. Правильный ответ. Это Польша. Дальше поехали. Пока легко. Вот вы первый подняли руку, я выиграл. Отлично, правильный ответ. Как вас зовут? Кирилл Панков, первый курс МОА. Написано, отлично. А вот этот флаг какой страны? Пожалуйста. Да, да. Отлично, это правильный ответ. Как вас зовут? Первый курс МОА. Здорово. Какая страна? Я не успел приметить. Ну, вот давайте. Да. Нет, это неправильный ответ. Это неправильный ответ. Вот молодой человек в оранжевом. Да, это флаг Румынии. Совершенно верно. Какая это страна? Да, как вас зовут, молодой? Первый мелодик. Хорошо, здорово. Так, какая у нас там эта страна-то? Кто знает? Здорово. Вот, мне кажется, вот молодой человек ответил, да, который сейчас слушает всех. Опять молодой человек? Ну хорошо, ладно. Действительно, оторвайте. Повторите имя, пожалуйста, вот вы и вы. Страна какая? Вот. Правильно. Как вас зовут? Артем Порошин. Хорошо. Это какая страна? У вас много желающих. Вот есть. Ну давайте вы. Не знаю. Так, давайте, давайте, давайте. Вот вы, пожалуйста. Пуэрто-Рико? Вот у нас два варианта. Парагвай или Пуэрто-Рико? Какая страна? Кто-нибудь еще может быть? Пуэрто-Рико или Парагвай? Пуэрто-Рико. Парагвай, да? Нет, это Пуэрто-Рико. Вы правильно ответили. Как вас зовут? Можно погромче, пожалуйста? Понятно. Здорово. Это какая страна? Так, а вот мне кажется, что сбербо не руку. Это КНДР, совершенно верно. Давайте, даже два варианта не нужно. Вот это флаг какой страны? И это знаете? Отлично. Давайте вы. Панама, совершенно верно. Напомните, как вас зовут? Кирилл Пауков. Кирилл Пауков, здорово. Вот это какая страна? А, у нас есть четыре варианта ответа на этот вопрос. Можно я отвечу? Кто попросился? Пожалуйста. Либерия, правильно. Как вас зовут? Анатолий Каринин. Это какая страна? Пожалуйста, молодой человек. Так, четыре варианта ответа, пожалуйста. Да, это Палау, совершенно верно. Как вас зовут? Здорово. А это флаг какой страны? Пожалуйста. Так, Зимбабве. Да, это, я думаю, это правильный ответ. Давайте посмотрим. Совершенно верно. Еще раз напомню, как вас зовут? Хорошо. Это флаг какой страны? Пожалуйста. Узбекистан, совершенно верно. Даже не нужно. Отлично. Как вас зовут? Повторите, пожалуйста. Отлично. Значит, сейчас мы с флагами разобрались. Показали потрясающие знания и активность. Это здорово. Вот теперь у нас будут вопросы. Я задам вам... Нет, дальше сейчас. Сейчас будет несколько вопросов на то, что такое ООН и, в принципе, как оно устроено. Я, скажем так, я думаю, что многие из вас знают, вот, и ответят на эти вопросы. Работает? Здорово.
Итак, давайте. Первый вопрос. Как расшифровывается аббревиатура ООН? Первый вопрос. Здорово. Как вас зовут? Ярошов Никита. В каком году была основана Организация Объединенных Наций? Девушка, пожалуйста. Совершенно верно. Кто исполнял роль ООН до ее создания? Пожалуйста. Как вас зовут? Правильный ответ. Девушка, повторите, пожалуйста. Гиреева Ирина. Как расшифровывается аббревиатура ГА? Пожалуйста, девушка. Генеральная ассамблея. Как вас зовут? Да, вас, вы правильно ответили. Екатерина Жданова. Отлично, дальше. Сколько официальных языков Организации Объединенных Наций? Пожалуйста, молодой человек. 6. А можете их перечислить? Какие это языки? Английский, французский, китайский, арабский, русский я назвал? Русский, испанский. Да, испаньол. Совершенно верно. Как вас зовут? Повторите, пожалуйста. Здорово. Сколько существует основных органов Организации Объединенных Наций? Основных. Пожалуйста. 10? Ну, это многовато. 5. А какие вы можете назвать? Сколько существует основных органов ООН? Их не 5, их немножечко побольше. Давайте мы не будем гадать. 6. Правильно. Какие? Давайте мы их попробуем перечислить. Давайте, подождите, я вам дам микрофон. Совбез, Генеральная Ассамблея, Совет по опеке, ЭКОСОС, Международный суд и секретариат. Это исчерпывающий ответ. Прям можно аплодисменты прям. Поехали дальше. А, только скажите, как вас зовут? Анатолий Шкареда, да. Как расшифровать аббревиатуру СБ? Ну вот, пожалуйста, молодой человек так хочет ответить, прям в грудь себя аж бьет. Как вас зовут? Бакиров Эмиль. Дальше. Кто является главным административным лицом Организации Объединенных Наций? Секретарь, совершенно верно. Погромче. Захаренко. Хорошо, запишите, пожалуйста. И кто на данный момент, пожалуйста, вы же? Совершенно верно. Какая организация в структуре Организации Объединенных Наций отвечает за вопросы образования, науки и культуры? Когда я поворачиваюсь в лесру, как это приятно. Ну, пожалуйста, девушка. ЮНЕСКО, совершенно верно. А как это расшифровывается? Можете расшифровать аббревиатуру ЮНЕСКО на английском языке? Кто может? ЮНЕСКО значит United Nations Educational Scientific Scientific Cultural Organization. Правильно, правильно, совершенно верно. Дальше. Как расшифровывается аббревиатура СПЧ? Девушка, выше всех руку держит. Совершенно верно. Как вас зовут? Отлично. Услышали, да? Как девушка зовут? Еще раз повторите, пожалуйста. О, как громко. Отлично. В каком году состоялась первая московская международная модель ООН? Вопрос на засыпку. Так, первая версия. Нет, немножечко пораньше. Первая именно московская международная модель ООН. Ну, это будет предвзятый ответ. Нет, я это не засчитаю. Это член секретариата. Ну, пожалуйста, ладно. 1990. Совершенно верно. Ну, запишите, Мирзаханов Самир. Где находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций? Так, пожалуйста, молодой человек. Сан-Франциско? Ну, Нью-Йорк тогда. Как вас зовут? Никита Ярошев. Дальше. Сколько стран-членов ООН? Какое количество? Молодой человек. Много. 193, девушка. Как вас зовут? Первый МО. Тращенко Анна, первый МО. Сколько стран являются постоянными членами Совета Безопасности? Девушка. Выше всех руку держит. Уже бегу. 8. Много. Давайте не гадать. 5. Много. Кто сказал 5? Вы сказали. Сейчас США,
Англия, Франция, Китай, Россия. Только Великобритания, не Англия, правильно подсказывают. Вот интересно, как расшифровывается аббревиатура ЮНИДО? Так, у вас была версия? Это уже посложнее вопрос. Вот, пожалуйста, у нас ответ. Нет, infection diseases — это немножко из другой сферы. United Nations Industrial Development Organization. Браво. Но это не честно, это член секретариата. Едем дальше. Сколько комитетов существует в Генеральной Ассамблее? Сколько всего комитетов? Давайте не гадать, давайте руку и версию. Много? Ой, мало. Больше трех. Давайте не гадать. Рука, версия. Рука, что это фейспалм? Я тебя больше спрашивать не буду. По-моему, их шесть. Да. Какие? Можете сказать? Ну ладно, хорошо, опустим этот вопрос. Их действительно шесть. Да, это правильный ответ. Напомните, как вас зовут? Никита Ярошов. Имя президента, автора термина United Nations. Может, кто-нибудь другой? Вот молодой человек в заднем виду. Вижу вас. Рузвельт. Правильно. А какой? Их было двое. Теодор. Правильно. Дальше. Какого числа официально отмечается День ООН? Кто сказал 24 октября? Правильно. Как вас зовут? Агдушева Анна. Запишите, пожалуйста, это правильный ответ. Какие еще органы Организации Объединенных Наций вы знаете? Это просто уже кто больше назовет. Кто больше всех назовет, это будет засчитано как правильный ответ. Можем засчитать даже несколько. Пожалуйста, молодого человека. Прошу вас. Я, к сожалению, полного названия не помню. Так, это длинный ответ слишком. Давайте кратко. По беженцам, которая организация. ЭКОСОК. ЮНИСЕФ. Какие еще? Кто знает? Совбез называли. МАГАТЭ, здорово. Балтик Конференс. ВТО, совершенно верно. Организация, которая недавно вступила в Россию. Правильно. Девушка, как вас зовут? Герасимова Александра. Герасимова Александра. И кто у нас был еще? Какой ответ был? Вот здесь был ответ. Кто назвал МАГАТЭ? Повторите, как вас зовут? Меня отключают? Нет. Давайте следующий вопрос. Как расшифровывается МИМУН? Именно по-английски. Вот у девушки рука. А у девушки рука. Moscow International Model United Nations. Здорово, да, действительно, это правильный ответ. Спасибо всем за участие. Это аплодисменты. Вот, я думаю, нам нужно немножко времени, чтобы определить лучших, да? Сейчас, наверное, мы уже начнем. Вот, да. Ты сейчас объявишь. Тебя. Можем выделить. Смотри, видно? Это не Никита из крайнего Никита, ряда. Алыба Фалар, Кирилл, какой первый курс МО, Ерошев Никита. Да, Ерошев Никита. А пятый это? Это парень вот в рубашке. Какой? А, в голубой, да? Да, голубой. Если он уже тут есть? Я не понимаю твой почерк. Так, Никита, Ерошев Никита. Алар, Кирилл, Ерошев Никита. Угу. Так. У нас есть пять призеров. Сейчас мы будем давать призы, вам нужно будет выбрать. Это устав Организации Объединенных Наций. У нас есть вариант на английском языке
и на русском языке, смотря какой вам больше придется по душе. Я еще раз хочу узнать, как зовут вас. Никита Ярошов. Да, хорошо. Так, вам на русском или на английском языке? На английском. Поздравляем. Следующего призера у нас тоже несколько раз ответил. Как вас зовут? Саки Никита. Да, вам на русском или на английском? Нет, к сожалению, немецкий не является официальным языком Организации Объединенных Наций. Английский язык. Давайте сразу несколько возьмем. Поздравляю. Следующий призер у нас. Следующий призер у нас Алар. Правильно? Олар. Какой вариант? На русском или на английском? Английском. Что ж, поздравляем. Еще у нас несколько претендентов. Есть у нас Кирилл с первого курса МО. Да, это вы. Вам на русском или на английском? На английском. Я так думаю, у нас тут все на английском попросят. Я вас поздравляю. Так, к сожалению, пройти к вам будет сложно. Нет, это нельзя кидать, это святыня. И также хотел наградить вот эту замечательную девушку. Как вас зовут? Жданова Катя. Первому. Поздравляю вас. Вам на английском или на русском? Прошу вас. Спасибо. Поздравляю. Спасибо большое за участие. Что ж, мы переходим к нашей презентации. Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Алина Кашапова, я студентка третьего курса факультета международные отношения. И я была удостоена честью стать генеральным секретарем Московской международной модели Организации Объединенных Наций 2013 года. Кто бы мог подумать, что ровно два года назад я, будучи первокурсницей, как и многие сегодня из вас здесь, входила в этот зал и фактически не имела ни малейшего представления о том, что такое модель ООН. Но я использовала ту уникальную возможность, которую мне дал МГИМО, и я стала членом секретариата. И я не только отдавала всю свою энергию и весь свой энтузиазм, но взамен я получала намного большее. Я уж не говорю о том, что я узнала, как функционирует Организация Объединенных Наций, и что я узнала, как сложена вся система международных отношений, но я получила бесценный опыт общения с людьми с разных уголков Земли. И сегодня, дорогие друзья, у вас есть эта уникальная возможность стать частью нашего модельного движения. И сегодня на нашей презентации вы узнаете не только, как стать членом нашего секретариата, вы не только узнаете, что такое модель ООН, но самое важное, вы узнаете, как стать делегатом Московской международной модели ООН 2013 года. И кроме того, в заключение вас ждет уникальная возможность сыграть в Mock Session под председательством одного из самых опытных моделистов нашего секретариата Никиты Лукоянова. Ну а сначала я бы хотела передать слово основоположнику и координатору Московской международной. Я бы хотела, чтобы вы поприветствовали координатора и основоположника Московской международной модели ООН Ковриженко Григория Максимовича. Я очень настаиваю. Спасибо. Уважаемые студенты, новички и опытные моделисты, генеральный секретарь Алина кратко вам сказала, как она пришла в модель. Я приглашаю вас всех присоединиться к модели, потому что простое участие в модели – это практическое знакомство
с основами многосторонней дипломатии. На самом деле мы договаривались, что я дополню, если надо будет, и выступлю в конце. Но Алина решила переиграть, и я не мог не откликнуться на приглашение генерального секретаря. Я желаю вам узнать много нового и получить много удовольствия от всего этого. Успехов вам! Спасибо большое, Григорий Максимович. Итак, я объявляю презентацию Московской международной модели ООН 2013 года открытой. Итак, это была небольшая заминка, а сейчас я бы хотела передать слово одному из самых опытных моделистов нашего секретариата, председателю ЮНЕСКО модели ООН 2012 года Олегу Рещикову. Добрый день, уважаемые гости. Благодарю за предоставленное слово. Сейчас я хотел бы представить вам органы модели 2013 года, которые будут вести свою работу на русском языке. Всего же в модели 2013 года будет имитироваться работа 10 органов, один из которых будет работать на французском языке, 5 на английском и, соответственно, 4 на русском. В число тех, которые будут работать на русском языке, входят Генеральная Ассамблея, Совет по правам человека, Шестой комитет Генеральной Ассамблеи и Комитет Генеральной Ассамблеи по использованию космического пространства в мирных целях. Всего же эти 4 органа будут генерировать примерно более половины участников модели, поэтому работа каждого из них имеет весомый вклад в успех общей модели. Генеральная Ассамблея 2013 года рассмотрит такой вопрос, который не теряет своей актуальности с самого момента создания Организации Объединенных Наций – предотвращения вооруженных конфликтов. Для Московской международной модели ООН уже стало традицией проводить работу Генеральной Ассамблеи в полном ее составе. То есть так же, как и в Нью-Йорке в Генеральной Ассамблее заседают все 193 государства-члена ООН, так и у нас – будет все 193 государства-члена. Исторически сложилось так, что Генеральная Ассамблея является уникальным форумом, на котором мнение каждой страны, большой или малой, всегда будет услышано. С трибуны Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке выступали такие известные политические деятели мира, как Никита Хрущев, целый ряд американских президентов. Неоднократно выступали генеральные секретари Организации Объединенных Наций еще в ранге постоянных представителей своих стран в организации. Какую же роль выберете себе вы в следующем году, решать вам, уважаемые делегаты. А, пожалуй, наиболее злободневную повестку дня 2013 года рассмотрит Совет по правам человека. В следующем году Совет рассмотрит такую горячую тему, как право народов на самоопределение. Участникам комитета предстоит не только изучить правовые аспекты проблемы, но и рассмотреть культурные и исторические моменты каждой коллизии этого права с правом на территориальную целостность государства.
Следующим органом Московской международной модели ООН, которая будет вести свою работу на русском языке, является 6-й комитет Генеральной Ассамблеи. Этот комитет является хорошей площадкой для применения знаний и навыков молодых юристов, так как, согласно структуре ООН, этот комитет за номером 6 занимается исключительно правовыми вопросами. В следующем году делегатам этого комитета придется рассмотреть тему верховенства права на национальном и международном уровне. И завершает список органов, которые имеют русский язык в качестве рабочего, Комитет Генеральной Ассамблеи по использованию космического пространства в мирных целях с созвучной ему повесткой дня. На мой взгляд, повестка этого комитета не столь дня сегодняшнего, сколько дня завтрашнего. Ведь то, каким нынешнее поколение оставит космос будущим поколениям, будет зависеть развитие всего мира в дальнейшем. А вопрос стоит в том, каким будет космос – мирным или милитаризованным. Таким образом, подведем итоги. В следующем году на Московской международной модели ООН будет имитироваться работа 4 органов на русском языке. Всего же примерно в них сможет принять участие 360 делегатов, что составляет более 50, а даже примерно 60% всех делегатов Московской международной модели ООН. Благодарю вас за внимание, и я предоставляю слово Никите Раевскому, который представит органы на английском языке. Спасибо. Добрый день, уважаемые будущие делегаты. Делегаты, немного о себе. Я был на прошлой модели 2012 года председателем 6-го комитета Генеральной Ассамблеи. У меня уже в копилочке примерно 8 моделей. Вот, так что я довольно опытный. Совет безопасности, Security Council, ну, как вы понимаете, состоит из 5 постоянных членов и 10 непостоянных членов. Кто хотя бы как-то знаком с Советом безопасности, наверное, понимает, что значат эти рожицы. Совет безопасности в 2013 году будет иметь 2 повестки дня. Первое – укрепление мира в Западной Африке и пиратство в Гвинейском заливе и нераспространение ядерного оружия, в этот раз Корейская Народно-Демократическая Республика. Пусть вас не пугает количество повесток дня, то есть 2. На самом деле Совет безопасности, хоть это и самый серьезный орган, самый трудный, традиционно его моделируют на английском языке, и в него попадают самые-самые элитные делегаты, назовем это так, он заседает довольно быстро, энергично, и, может быть, если вам повезет, в конце недели рабочей вы сможете смоделировать какую-нибудь свою повестку дня, допустим, положение в Сирии, если там все не решится, вот, и вы посмотрите, как схватываются США и Россия, потому что Россию обязательно представляет иностранец, может быть какой-нибудь американец, а Россию, а Соединенные Штаты может представлять наш гражданин. Это довольно интересно. Можно следующий, пожалуйста? Да, экономический и социальный совет. Устойчивое развитие международной стратегии уменьшения опасности бедствий, что также считается одним из самых интересных и самых многочисленных комитетов. В него тоже попадают отборные делегаты, много иностранцев, он очень интересный, и почему-то, я, к сожалению, в нем никогда не заседал, но в нем всегда весело, вот, не знаю почему, но вот я тоже советую вам пойти в него. Он очень интересный. Международный суд ООН. Вот там написано «I'm the Almighty Chairman». Мне была оказана честь в этом году председательствовать в Международном суде. К сожалению, повестку дня я еще не выбрал. Я посмотрел вчера несколько кейсов. Возможно, это будет Никарагуа против Камбоджи, возможно, это будет Мексика против США. Посмотрим. Это вы можете тоже предложить какие-то свои кейсы, если вам хотите. Правда, вот в международный суд попадают студенты только начиная с 3-го курса правовых факультетов. Это очень сложный орган. Он, опять же, моделируется только на английском языке.
Но если вы гений, супер-юрист, вы, конечно, можете подать заявку, я рассмотрю и с удовольствием приму вас в комитет. Второй комитет Генеральной Ассамблеи. Повестка дня – роль Организации Объединенных Наций в содействии установлению нового мирового гуманитарного порядка. Вот самое интересное в этой повестке дня – это слово «новое», потому что никто, в общем-то, не знает, что такое новый порядок. И для всех энергичных, желающих изменить мир, любящих нормотворчество, юристов, экономистов, просто любознательных людей – это вот самый подходящий комитет. Вы можете там пофантазировать, потворить, и вот туда вы тоже можете подать заявку, это очень интересно, я думаю, будет. ЮНИДА. Повестка дня устойчивого развития, содействие расширению использования новых и возобновляемых источников энергии. Пусть вас не пугает возможность и даже требование использовать какие-то технические термины. С одной стороны, это, наверное, трудно, с другой стороны, это безумно интересно, потому что вы входите каким-то образом в профессию, и это дает надежду на то, что мы хоть как-то и когда-нибудь разработаем какие-то новые технологии, не будем завязаны на нефти и газе. И вот если вы хотите, если кто-то связывает свою карьеру и судьбу с ООН и вот с ЮНИДА, вот, пожалуйста, я ставил картиночки в Вене и вот главный офис. Там, правда, все это вот ООН, вот, и ЮНИДА тоже очень красиво, обращайтесь, я вам подскажу, как. Можно дальше? Все, у меня все. Вот, ну, в общем, если будут вопросы, обращайтесь, я открыт для вопросов. Ну, в общем, спасибо. Спасибо большое Никите Раевскому, председателю Международного суда модели ООН 2013 года. А сейчас мы бы хотели передать слово Екатерине Авериной, председателю французского органа ЮНЕСКО модели ООН 2013 года. Спасибо, Алина. Добрый день, дорогие друзья. Будучи председателем единственного в истории московской международной модели ООН франкоязычного органа, я искренне рада видеть всех вас сегодня в этом зале и хотела бы поделиться с вами некоторой информацией о работе нашего комитета. Прежде всего, нужно отметить, что мы учреждаем орган, рабочим языком которого является французский, всего лишь в третий раз. В 2011 году это был второй комитет Генеральной Ассамблеи, в 2012 году комиссия по наркотическим средствам, а в этот раз Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. Мы сформулировали повестку дня как возвращение или реституция культурных ценностей странам их происхождения. Что касается количества делегатов, то в данном году их будет 58. Но хочу обратить ваше внимание на то, что вы также можете быть наблюдателем от какой-либо международной организации или от какой-либо иной структуры, которая сотрудничает с ЮНЕСКО. Например, такой структурой является Центр международного сотрудничества по вопросам образования. Итак, если вы хорошо владеете французским языком, что очень важно в нашем органе, ибо английский и русский не приветствуются абсолютно, и если вас, конечно же, заинтересовала повестка дня нашего комитета, то не откажите в себе удовольствие почувствовать себя настоящим дипломатом, представляющим и защищающим интересы своей страны, своего государства на такой вот смоделированной международной арене. И, конечно же, вы должны понимать, что если вы будете участвовать в работе исполнительного комитета ЮНЕСКО международной модели ООН-2013, вы познакомитесь и подружитесь с большим количеством франкофонов, которые приедут к нам со всех уголков мира. Итак, дерзайте, мы вас очень ждем. Ну и, как говорят французы, bienvenue. Спасибо за внимание. Спасибо большое Олегу, Никите и Екатерине. А сейчас, дорогие друзья, я надеюсь, вы простите нас за предыдущую заминку, но мы все-таки возвращаемся к нашему фильму. В столице сегодня открылся юбилейный 20-й по счету международный форум под названием «Московская молодежная модель ООН». Тренинг для будущих дипломатов. Сегодня в здании МГИМО открылся молодежный форум «Московская международная модель ООН». Большая международная политическая игра стартовала сегодня в стенах МГИМО. В Институт международных отношений съехали студенты из разных регионов России и почти 30 зарубежных стран, чтобы построить свою модель ООН.
пока одни дети играют в войну, другие играют в Организацию Объединенных Наций. Модельон, помимо того, что вы сталкиваетесь со многими людьми, также существует момент столкновения различных государственных интересов, которые вы, как представитель того или иного государства, должны отстаивать. И это всегда сложно, потому что приходится отстаивать порой противоречие вашему собственному мнению, точки зрения. Помимо того, если вы зажжетесь этой идеей, идеалами Организации Объединенных Наций, вы пронесете их через всю свою жизнь. Вас будут сопровождать такие же увлеченные люди, как и вы сами. Я в Модельон уже 6-й год. Меня окружают самые замечательные друзья в мире. Можно, пожалуйста? У нас опять произошла небольшая заминка. Мы вернемся к этому фильму немножко позже. А сейчас, дорогие друзья, вы узнали, какие органы мы будем моделировать на модели ООН 2013 года. И у вас наверняка появился один единственный вопрос: как же попасть на модель 2013 года? И сейчас я приглашаю Максима Мезенцева, одного из самых опытных моделистов нашего секретариата, который расскажет, как зарегистрироваться на модель. Спасибо. Добрый день, дамы и господа. Надеюсь, будущие делегаты нашей модели, а также будущие члены секретариата нашей модели. Сейчас, как уже сказал уважаемый генеральный секретарь, я вам скажу, как попасть на нашу модель. Регистрация совершенно не похожа на те регистрации, которые вы могли уже проходить в интернете. Это там заполнение различных форм, там фамилия, имя, отчество, нажать просто кнопочку «Зарегистрироваться», и да, вы уже участники. Наша регистрация сложнее, она состоит из нескольких этапов, о которых я вам расскажу ниже. Так, наша регистрация начнется 1 ноября, соответственно, с 1 ноября мы от вас ждем заявки, и с этого же числа начнется, соответственно, рассмотрение этих заявок. Первое, что вам нужно будет, это заполнить регистрационную форму. Но перед этим вам нужно ознакомиться с несколькими вещами, и в этом вам поможет наш сайт. Первое, это вам нужно выбрать орган, в который вы хотите пойти. Мои коллеги рассказали вам уже, что у нас есть 10 органов на разных языках с различными повестками. Соответственно, вы определяетесь с языком вашего органа. Если вы знаете французский язык и чувствуете себя уверенными, вы можете выбрать французский орган. Если вам ближе английский язык, то английский. Если вам пока сложно участвовать на иностранном языке, то мы вас ждем в русскоязычных органах. Соответственно, мы выбрали язык и орган. Допустим, это будет Генеральная Ассамблея, она у нас в следующем году будет на русском языке, соответственно, со своей повесткой. Далее, что нужно для формы регистрации. Вы видите, что есть раздел «Комитеты», вы видите, там Генеральная Ассамблея и так далее. Все эти разделы будут соответствовать тем комитетам, которые будут у нас в следующем году. В разделе «Модель» вы видите повестку дня, вы еще раз там можете увидеть все повестки. Соответственно, вы выбрали для себя. Далее, что вам нужно написать для формы регистрации, это тезисы. Вот сама анкета вот выглядит так. Здесь есть пункт внизу, вот он называется тезис. Соответственно, тезисы – это ваше видение проблемы, повестки дня выбранного вами органа. То есть вы прочитаете перед тем, как вы напишете тезисы, вы можете ознакомиться. Вот здесь вот есть доклад эксперта, правила написания тезисов. Это вам поможет понять,
как должны выглядеть в итоге ваши тезисы, которые вы ставите потом в регистрационную форму. Полезные ссылки. Здесь будет содержаться информация, опять же, дополнительная по повестке дня, которую вы можете прочитать и понять, что представляет из себя проблематика вашего органа. Есть словарь терминов. Словарь терминов содержит основные понятия, которые используются как в докладе эксперта, так и вообще в рамках этой повестки, и которые вам нужно будет понять и использовать самим. Соответственно, вы пишете эти тезисы, но обращаю ваше внимание, что в тезисах недопустим плагиат. То есть это должно быть ваш личный текст. Не надо копировать те рефераты, те статьи, даже которые находятся уже на сайте ООН, те выдержки из резолюций различных органов. Не надо, эксперт это заметит, это увидит. Это очень просто. Пишите то, что вы лично думаете по проблеме. И это очень ценится. Соответственно, мы определились, что такое тезисы. По размеру это около 500 слов. На самом деле варьируется от каждого органа, и в разделе «Правила написания тезисов» обычно будет написано, сколько это. В некоторых органах может быть 300 слов, в некоторых может быть побольше. Соответственно, мы определились, что такое тезисы. Далее нам нужно выбрать, нам нужно выбрать 5 предпочтительных стран для представления на нашей модели. Соответственно, в каждом органе есть раздел, который содержит список стран. И, соответственно, здесь вы можете увидеть те страны, которые заняты, и те страны, которые свободны, и по вашим предпочтениям выбрать для представления и заполнить форму. Перейдем сейчас к форме, я вам покажу. Соответственно, в начале это, как всегда, да, фамилия, имя, отчество, пол, ваши контактные данные различные, по вузу информация, по факультету, по году обучения, по вашим уже достижениям в различных областях, имели вы уже опыт участия в модели ООН или нет. Затем языки, это, соответственно, необходимо для выбора органа. Далее вы выбираете сам орган, вот, допустим, Генеральная Ассамблея. Вот опять этот раздел, вы вставляете сюда свои тезисы, которые вы написали. Сюда вы пишете 5 предпочтительных стран, дополнительную информацию по визе, но я думаю, здесь это не актуально у вас есть. И, соответственно, какие-то дополнительные, необязательные уже пункты, которые можно заполнить. И последнее, что немаловажно, это то, что вы не получите сертификат об участии, если вы не будете посещать заседание. То есть это значит, что все дни заседаний являются обязательными. С понедельника по пятницу с 10 до 5 часов вы должны будете находиться в здании МГИМО и посещать все сессии органов. Ну и, соответственно, мы щелкаем кнопочку «Готово» и заканчиваем с регистрационной формой. Но мы не заканчиваем с регистрацией самой. Это только первый этап. И перейдем к второму этапу. Второй этап – это устное интервью-собеседование. После того, как эксперт в течение 7 дней ознакомится с вашими тезисами, проверит их на плагиат, он вам отвечает о том, соответствуют ли они правилам написания тезисом, и предлагает вам пройти интервью, назначает дату по согласованию с вами, и, соответственно, вы проходите интервью. Интервью, как правило, проходится через Skype. Это предпочтительное, но если нет такой возможности, то эксперт вам позвонит. То есть на сотовый телефон, либо на домашний, как вам будет уже удобно, как вы договоритесь с экспертом. Соответственно, во время интервью проверяются две важных вещи. Это для органов на иностранном языке – это знание языка, и для всех органов – это знание повестки дня, включая знание доклада эксперта. И вам будут спрашиваться базовые вопросы по ООН и по самому докладу, и если вы на них не ответите, то эксперт будет вправе отказать вам в регистрации. Соответственно, это был второй этап. Интервью проходите. Переходим к третьему этапу. Третий этап – это написание позиции страны. В конце интервью или буквально через несколько дней эксперт вам распределит страну в соответствии с
вашими предпочтениями, тем пунктом, который вы заполнили из 5 стран. В случае, если они будут заняты, то вам предложат другие страны. Соответственно, по этой стране, по тематике вашего органа, вам нужно будет написать позицию страны. Позиция страны – это уже не тезисы, то есть это уже не ваше личное мнение, а мнение того государства, тех государственных органов, которые отвечают за этот вопрос, мнение тех же дипломатов, которые выступают в рамках ООН по данной проблематике. То есть вы изучаете все возможные документы, смотрите то направление, которое выбирает государство в повестке дня, и, соответственно, пишете позицию страны. Позиция страны не ограничена по объему. Эта позиция страны будет затем вывешена на сайте модели, но к самому выступлению вам нужно будет подготовить краткую версию, поскольку на модели обычно выступает не более 2 минут, а в Генеральной Ассамблее даже не более минуты. Поэтому вам нужно будет продумать расширенную версию и затем краткую версию вашей позиции страны. Соответственно, это последний этап. В целом, еще пару слов, что основным принципом регистрации является first come, first served, то есть тот человек, кто раньше зарегистрировался, раньше выбрал ту или иную страну, у того будет приоритет при регистрации, то есть он, скорее всего, получит ту страну, которую он хотел. Но это не значит, что мы ущемляем чьи-то права, вы специально для этого пишете список из 5 стран, чтобы мы постарались учесть ваше, соответственно, ваше мнение и помочь вам в дальнейшем регистрации, написании позиции и так далее. Помимо этого, для тех, кому эксперт скажет, надо будет регистрационный взнос внести в течение 7 дней, но это уже больше такой прикладной вопрос, и вам об этом скажет эксперт. Так, еще раз давайте повторим. Соответственно, у нас есть 3 этапа. Это регистрация на сайте, заполнения формы вместе с тезисами, прохождение устного интервью, собеседования с экспертом, и последнее – это написание позиции страны. Все эти 3 этапа являются обязательными для регистрации. Невыполнение какого-то из этих этапов влечет, соответственно, неучастие ваше в модели ООН. Спасибо. Генеральная ассамблея и ЭКОСОС. Ну, допустим, если с английским не пропустят, чтобы потом... У вас будет возможность потом зарегистрироваться. В Генеральной ассамблее 193 места, плюс еще наблюдатели. Генеральная ассамблея закрывается в конце, так что у вас будет еще возможность перерегистрироваться. Лучше регистрироваться в один орган для того, чтобы не путать экспертов, потому что эксперты работают независимо друг от друга, и они проверяют, и получится, что вы зарегистрируетесь в два органа, и на вас будут рассчитывать уже в 2. То есть лучше определиться, с каким точно. Если вы не уверены в английском языке, то у нас на русском много комитетов. Я думаю, вы сможете попасть потом и в русский комитет. Да, вот вы говорили, что заседания еженедельно проходят, а они проходят во время учебы или после? Они проходят во время учебы с 10 часов в неделю, да, я имел в виду неделю, каждый день в неделю, с понедельника по пятницу, с 10 до 5 часов. Ну и, соответственно, для всех студентов будут освобождения, это официальное мероприятие, проблем с учебой у вас не будет. Если да, девушка. Да, у нас нет никаких ограничений по курсам, да, конечно. Если еще у кого-то вопросы? Да, прошу вас. Если, допустим, в этом году зарегистрировался,
Конечно, да, вы заново зарегистрируетесь. Будет, да, другая повестка, может быть, иные органы. То есть вы можете и в этом году поучаствовать, и в следующем, и через год. Это не возбраняется, наоборот, очень приветствуется. Есть ли еще вопросы? Ну, после презентации, если у кого-то еще какие-то будут вопросы, я буду здесь, вы можете подойти и задать их. Спасибо. Итак, дорогие друзья, дубль третий. Я надеюсь, вы полны внимания. Все на экране. 20-й по счету международный форум под названием «Московская молодежная модель ООН». Тренинг для будущих дипломатов. Сегодня в здании МГИМО открылся молодежный форум «Московская международная модель ООН». Большая международная политическая игра стартовала сегодня в стенах МГИМО. В Институт международных отношений съехали студенты из разных регионов России и почти 30 зарубежных стран, чтобы построить свою модель ООН. Пока одни дети играют в войну, другие играют в Организацию Объединенных Наций. Также существует момент столкновения различных государственных интересов, которые вы, как представители того или иного государства, должны отстаивать. А это всегда сложно, потому что приходится отстаивать порой противоречащие вашему собственному мнению точки зрения. Помимо того, если вы зажжетесь этой идеей, идеалами Организации Объединенных Наций, вы пронесете их через всю свою жизнь. Вас будут сопровождать такие же увлеченные люди, как и вы сами. Я в модели ООН уже 6-й год. Меня окружают самые замечательные друзья в мире, которых я нашел в том числе и здесь. Модель ООН – это и различные путешествия. Та возможность побывать в самых далеких концах мира, найти для себя, открыть для себя жемчужины человеческой истории, конечно же, узнать для себя много-много нового. Для одних – возможность самовыражения, для других – увлекательная игра, а для третьих – хорошо проведенное время. Но главное – это возможность общения с яркими и интересными людьми, которых на модели всегда хватает. Для меня модель ООН – это прежде всего уникальная возможность улучшить свои ораторские способности. Дело в том, что время выступления делегатов на заседании всегда ограничено, и, к примеру, делегатов Генеральной Ассамблеи есть всего одна минута, чтобы выразить и отстоять свою точку зрения на международной арене. И такой опыт пригодится каждому делегату, особенно если он выберет коллег дипломатов, потому что здесь нет места сомнениям или презумпционным фразам, все должно быть максимально четко и понятно. Московская международная модель ООН – это часть всемирного модельного движения. Наши двери открыты для школьников старших классов, студентов и аспирантов. Ежегодно более 600 студентов со всех уголков земного шара приезжают и участвуют в Московской международной модели ООН МГИМО. Наша модель ООН имеет один постоянный девиз. Каждая модель ООН должна быть лучше предыдущей. У меня такое впечатление, что секретариат, который мы начали набирать, выдает достаточно надежд на то, что так оно и будет в 2013 году. Я с удовольствием начал работать с этим секретариатом и уверен, что мы ничьих надежд участников не обманем. Приходите к нам, участвуйте и помогайте нам тоже делать модель лучше. В модели ты познаешь, как работает эта большая, громоздкая, но чрезвычайно интересная, чрезвычайно неординарная система
международной организации, не такой уникальной организации, как ООН. Согласитесь, каждому из нас подходит жизнь, как чувствует себя дипломат. Человеком, ставящим интересы своей страны и одновременно с этим решающим вопрос политики такого значения. Именно модель ООН – это уникальная в своем роде возможность почувствовать примерно себя на другой роли. Горячий дебат, спор, разногласия, компромиссы и прочие неотъемлемые составляющие любой международной конференции и дипломатии в целом – это все это модель ООН. Московская международная модель Организации Объединенных Наций создает совершенно уникальную атмосферу для ее участников. Нашей первоочередной задачей является становление гражданами мира. Мы стираем все национальные предрассудки и становимся одной большой командой. И мы уверены, что когда настанет время выйти из рамок ролевой игры на более глобальный уровень, вам будет что предложить миру. 15 апреля 2013 года мы ждем именно тебя на Московской международной модели ООН. Rector of Moscow State Institute for International Relations, distinguished faculty and students, I warmly recall my visit to your school 2 years ago. I welcome your continued support for the United Nations. It is a great pleasure to greet this model United Nations. Спасибо большое за то, что вы посмотрели наш ролик. Мы каждый год хотели его сделать качественнее и качественнее. Теперь он стал настолько качественным, что наше оборудование не тянет его. Поэтому мы просим извинения за некоторые технические несостыковки. Да, и сейчас я бы хотела представиться и продолжить нашу презентацию. Меня зовут Богданова Наталья. Я студентка 3-го курса факультета политологии МГИМО, отделение «Мировая политика». И сейчас я хотела бы рассказать вам о секретариате. Секретариат, как вы знаете, это один из 6 главных органов Организации Объединенных Наций по уставу ООН. Секретариат Московской же международной модели ООН – это команда активных, заинтересованных студентов, которые не только успевают отлично учиться, но у них также хватает времени, чтобы потратить его с пользой. В течение всего года студенты принимают участие в подготовке Московской международной модели ООН. Работа в секретариате интересная, но одновременно требует от вас ответственности и внимательности. Ее можно условно разделить на 2 категории. Первая – это работа в комитетах. Итак, за работу в комитетах отвечают такие люди, как председатели, эксперты и секретари. Председатели – это наиболее опытные студенты, которые владеют правилами процедуры и в соответствии с ними ведут заседания. Они также в течение всего года курируют работу экспертов и секретарей. Эксперты. Эксперты отвечают за делегатов. Они также отвечают за повестку дня. Они пишут доклад по повестке дня и набирают самых лучших и самых достойных делегатов в свой комитет. Секретари помогают в работе комитета и в достойном ведении заседания. Далее мы можем обозначить вторую группу. Это группа по подготовке модели ООН. И о ней подробнее расскажет Данилова Надежда, студентка 2-го курса факультета международные отношения, которая является в этом году куратором группы по фандрайзингу. Поприветствуем ее. Добрый день. Для меня большая честь выступать перед всеми присутствующими в этом зале. Спасибо. Наташа сделала небольшую ошибку. Я учусь на факультете международных экономических отношений, чем очень горжусь. Я являюсь заместителем генерального секретаря модели ООН 2013 года.
Сейчас я расскажу вам про группу по организационным вопросам. Она является сердцевиной всего секретариата, потому что без нее мы не сможем получить ни канцелярию, ни забронировать аудиторию для проведения самой модели. А также в секретариат входит группа по работе с иностранцами и группа по расселению делегатов. Они очень тесно взаимосвязаны, потому что курируют в большей степени схожие функции, задачи и много совещаются для того, чтобы делегаты чувствовали комфортно себя не только внутри здания МГИМО, но и в тех местах, где они будут проживать. Я, конечно, сейчас говорю про иногородних делегатов и про иностранцев. А в прошлом году я возглавляла комитет по работе по расселению делегатов. Мне писали все делегаты иногородние, просили помочь жильем. Этим я и занималась. То есть комитет ищет наиболее приемлемое для делегатов жилье и уже передает списки о том, где будут размещены делегаты, группе по расселению группе по работе с иностранцами. Группа по работе с иностранцами работает с визами иностранных делегатов. Это, наверное, те самые первые люди, которым пишут иностранцы после того, как связываются со своими экспертами. Также это и последние люди, с которыми видятся наши уважаемые иностранцы, потому что они же их и провожают, также и встречают. Ну и, на мой взгляд, самый серьезный комитет по фандрейзингу. В этом году я его возглавляю и приглашаю всех инициативных студентов МГИМО и не только, всех ребят, которые имеют какое-либо представление о том, что такое фандрейзинг и как его осуществлять в условиях российских. Что немаловажно, ребят, у которых есть уже какие-то идеи, может быть, имеется какой-то опыт за рубежом или в других городах России, и где-то они этим уже занимались. Мы привлекаем спонсоров для того, чтобы они выделяли деньги не только на саму модель, но и на различные мероприятия, проводимые секретариатом. Как, например, приближающийся тренинг для самых активных участников секретариата. Так что, если вы хотели бы работать со спонсорами, you're welcome. Я думаю, на этом я закончу свое выступление. И я приглашаю сюда Коркину Алену, заместителя генерального секретаря, руководителя группы по информационной политике. Привет всем! Как уже сказали, меня зовут Коркина Алена, я студентка второго курса факультета международной журналистики. И сегодня я расскажу вам об отделе информационной политики, которая состоит из 5 рабочих групп, которые вы можете видеть на экране. Я не буду их зачитывать, скажу только, что каждая из этих групп представляет собой коллектив очень активных, по-хорошему амбициозных, творческих людей, среди которых есть журналисты, фотографы, пиар-специалисты, верстальщики, дизайнеры и многие-многие другие. И отдел по информационной политике — это отличная площадка для реализации своих творческих способностей. Каждый может выбрать то, что ему по душе. Если вы общительны и креативны, добро пожаловать в группу по пиару. А вот работа над сайтом, например, требует от вас уже специальных навыков и серьезного вдумчивого отношения. Но сегодня я хотела бы чуть подробнее рассказать про «Вестник модели ООН», так как в прошлом году я являлась его главным редактором. «Вестник модели» — это изюминка нашей конференции, так как далеко не каждая конференция подобного рода имеет возможность выпускать свою собственную газету. Над «Вестником» работает редакция и выпускает по одному номеру на каждый день модели и несколько в течение года, чтобы держать вас в курсе событий. Вообще, это отличная возможность почувствовать себя журналистам настоящей ежедневной газеты. Это очень трудно, так как приходится продумывать весь процесс и осуществлять его менее чем за сутки. Но безумно увлекательно, и я благодарна модели, что у меня был этот опыт. На слайде вы можете видеть обложку нашего последнего, на предыдущем слайде, обложку нашего последнего печатного вестника. Но также в прошлом году мы запустили его электронный вариант по адресу news.model.un.ru. В этом году модель нуждается в верстальщиках, дизайнерах и журналистах. Так что приходите, дерзайте. You're always welcome. И сейчас я передаю слово Виктору Яськову,
студенту второго курса факультета международного права, и он расскажет вам о культурной программе Московской международной модели ООН. Спасибо большое, Наталья. Сегодня уже было сказано очень много слов о нашей Московской международной модели ООН, проходящей в стенах нашего института. И вы уже наверняка поняли, что наша модель является самой-самой по очень многим параметрам. Она является самой большой моделью, которая проводится в России, самой серьезной по способу отбора делегатов, по их работе во время самой модели. И мне очень приятно с гордостью сказать о том, что по вопросу с точки зрения культурной программы наша модель тоже является самой. Самой интересной, самой насыщенной, самой наполненной, самой развлекательной. Каждый год ребята из секретариата стараются сделать так, чтобы то малое количество свободного времени, которое остается у делегатов, было проведено с пользой. На слайдах вы можете видеть только некоторую часть, малую талику работы прошлых лет. Вас ждет, наверняка ждет, ежегодные, традиционные уже ставшие для нас экскурсии в самые интересные места Москвы. Традиционный бал МГИМО, который славится не только на Москву, но и на международные модели в том числе. И традиционное завершение Московской международной модели в клубе. И всех тех, кого заинтересовала культурная группа, и кто хотел бы тоже поучаствовать в планировании, в проведении культурно-массовых мероприятий, я с удовольствием приглашаю к нам работать. И всем делегатам будущим желаю удачи, терпения и хорошего настроения. Спасибо большое. И пара последних слов. Как же все-таки попасть в секретариат? Для того, чтобы попасть в секретариат, обычно вам необходимо подать заявку после окончания модели ООН, то есть после апреля, мая и июня. Однако у вас также есть шанс попасть в секретариат на вакантные места. Для этого вам нужно прийти в секретариат, заполнить заявку, а также договориться о собеседовании по телефону или написав нам на почту. На раздаточных материалах, которые вы получили при входе в зал, на обороте есть маленькая карта МГИМО, где при внимательном рассмотрении вы увидите надпись «Комната номер 37». Там находится секретариат Московской международной модели ООН. Постарайтесь не заблудиться и прийти к нам. Мы вас очень ждем. Спасибо. Я передаю слово генеральному секретарю Московской международной модели ООН 2013 Кашаповой Алине. Спасибо большое, Наташа. А на этом содержательная часть нашей презентации подошла к концу. И я вас поздравляю, дорогие друзья, поскольку мы переходим к самому приятному на сегодняшней презентации. Это Mock Session, и я приглашаю Никиту Лукоянова. Председателем Mock Session будет Никита Лукоянов, а экспертом Максим Мезенцев. Спасибо. Ребят, смотрите, значит, сейчас, кто хочет почувствовать себя вот так же, как вы можете себя почувствовать на модельной неделе, вы получите таблички, вы будете представителем каждого, каждый из вас будет представителем государства, мы с вами имитируем саму модель. Уважаемые участники презентации, те, кто покидает зал, оставьте синий листок. Что мне не купила? Блокнот! Сейчас. Нет.
Уважаемые участники, еще раз к вам обращаюсь. Вам вот эти таблички понадобятся в течение 15 минут. Давайте не будем торговаться, какую страну взять. Самое главное, чтобы она была у вас в руках. Уважаемые делегаты, пожалуйста, спуститесь пониже немножко. Ну, как хотите. Итак. Итак. Мы считаем, председатель считает, что мы закончили организационный вопрос с табличками. Еще раз, у кого нет? Вот у девушки нет посередине. Быстрее. Так, делегаты, пожалуйста, быстрее. Итак, мы начинаем. Председатель призывает всех к порядку. Пожалуйста, успокойтесь. Я представлюсь, помимо того, что, во-первых, я в обычной жизни не рассинхронен и говорю так же, как и жестикулирую. А во-вторых, я являюсь студентом второго курса магистратуры университета. И в-третьих, также еще являюсь преподавателем МГИМО военной кафедры испанский язык. Итак, соответственно, в модели я уже 6-й год, моделей больше 15 у меня в копилочке, как сказал классик один. Да, итак, уважаемые делегаты, для того, чтобы открыть наше сегодняшнее заседание Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, для начала нам необходимо провести перекличку. Итак, начнем с в алфавитном порядке русского языка. Австралия. Так. Австрия. Уважаемый делегат, когда вы слышите, что называют ваше имя, вы говорите «присутствую» или «присутствую» «голосую». «Присутствую». Аргентина. Присутствую. И так далее мы пойдем до последнего государства. Какое это последнее государство? Ну, не совсем. Япония. Япония есть у нас? Присутствую. Спасибо, уважаемые делегаты. Так как все равно у нас сейчас не все 193 государства, мы закончили перекличку и установили наличие кворума. Поэтому мы объявляем наше заседание Генеральной Ассамблеи открытым. А после того, как мы провели перекличку, объявляется минута, посвященная молитве, молчание, посвященное молитве или размышлению. Прошу всех встать. Спасибо. Итак, уважаемые делегаты, на рассмотрении Генеральной Ассамблеи находится вопрос, пункт первой повестки дня – введение дресс-кода в высших учебных заведениях. Мы переходим к заслушиванию позиций стран по данному вопросу. Есть ли желающие выступить с позиции страны? Так, Зимбабве. Да, уважаемый представитель Непала, что у вас? Так, Непал. Так, Италия. Гвинея, Бисау. И пока Намибия. Уважаемые делегаты, так как мы ограничены во времени, соответственно, процедурное предложение установить время на выступление каждой из делегаций 30 секунд. Есть ли поддержка? Есть ли возражения? Возражений нет, спасибо.
Итак, предложение принято консенсусом. Мы переходим к заслушиванию позиций стран по указанному вопросу. Первый делегат Зимбабве. У вас 30 секунд. Уважаемый председатель, спасибо за предоставленное мне слово. Я как представитель Республики Зимбабве выражаю свое недовольство тем, что мне как представителю Республики Зимбабве запретили появиться здесь с обнаженным торсом. Я считаю, что наш народ имеет право на национальную культуру также внутри учебных заведений. Спасибо. Наша страна открыта для вопросов. Спасибо, уважаемый представитель государства Зимбабве. Однако, по правилам Генеральной Ассамблеи, вопросы прениях, то есть во время заслушивания позиций стран, не предусмотрены. Процедурное предложение. Да, уважаемый делегат Зимбабве, что у вас? Мы бы хотели внести предложение о внесении времени, о предоставлении права на вопросы после заслушивания позиций страны. Уважаемые делегаты, к сожалению, это не предусмотрено правилами процедуры, поэтому это правило не может изменено быть на заседании Генеральной Ассамблеи, так как правила процедуры устанавливаются до начала работы Генеральной Ассамблеи и модели ООН. Секретариат, ну спасибо. Далее делегация Непала. Уважаемый господин председатель, благодарю вас. Уважаемые делегаты, делегация Непала, правительство Непала категорически возражает против введения высших учебных заведений дресс-кода. Нам кажется, что традиции студентов к различным формам свободы включают и свободу в нормальной одежде. Поэтому мы сразу высказываемся против этого предложения. Благодарю вас. Спасибо, уважаемый делегат Непала. Мы переходим к заслушиванию следующей позиции. Делегация Италии, вам слово. Италия, страна маленькая, шумская. Спасибо, господин председатель, за предоставленное слово. Уважаемые делегаты, от имени правительства Италии хотелось бы сказать, что все мы знаем, что форма представляет собой внешний вид, настрой на работу. Но с другой стороны, все мы знаем, что вопросы не могут быть решены административными методами. Все дело в воспитании. Поэтому мы высказываем все против введения всеобщей формы. Но поговорим о воспитании. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемый делегат Италии. Далее к трибуне приглашается делегация Гвинеи-Бисау. В конец списка ораторов. Хорошо, спасибо вам. Далее делегация Намибии. Спасибо, уважаемый председатель, за предоставленное нам слово. Делегация Намибии официально заявляет, что поддерживает идею создания общей формы в учебных заведениях. А наша душа, наше тело должно полностью увлекаться в учебный процесс. А в нашей стране, к сожалению, существуют прецеденты, когда студенты или ученики появляются на занятиях. Вместо того, чтобы заниматься достойной официальной одежде, они, к сожалению, приходят на занятия обнаженными, что, в принципе, противоречит нормам международного этикета. Поэтому наша страна всецело поддерживает эту идею и благодарит международное сообщество за поднятие сии проблемы. Спасибо. Спасибо, уважаемый делегат Намибии. И последнее выступление делегата Гвинеи-Бисау. Спасибо большое, уважаемый председатель. Уважаемое международное сообщество, мы считаем, что это
Абсолютно нерезонно сейчас обсуждать данную повестку дня, поскольку это полностью ущемляет права любого человека, введение официального дресс-кода. И поэтому мы совершенно не можем понять точку зрения уважаемой делегации Намибии и выступаем против принятия всякой резолюции, утверждающей единый дресс-код. Спасибо. Спасибо, уважаемый делегат Намибии. Есть ли еще желающие выступить с позиции стран? Так, давайте вот еще, соответственно, 5 стран выслушаем. Оман, Руанда, Сент-Китс, так, Иран и Израиль. Хорошо, спасибо. Итак, Итак, уважаемый делегат Омана, вам слово, у вас полминуты. Добрый день, уважаемые делегаты Генеральной Ассамблеи. Делегация Омана рада приветствовать вас сегодня в этом зале. Мы считаем, что введение единой нормы на ношение формы в учебных заведениях ущемляет национальные интересы каждой страны, в частности, традиции и обычаи буквально каждого народа, проживающего в любой точке мира. Так, например, вот этот предмет одежды, который неизменно следует почти в каждом вузе, является удавкой на шее каждого правоверного мусульманина. Я надеюсь, что все предложения, которые прозвучали сегодня об непринятии, или наоборот, принятии резолюции, запрещающей введение формы, уважаемый делегат, будут приняты. Спасибо. Спасибо, уважаемый делегат Омана. Ваше время истекло. А далее делегация Руанды. Готовится делегация Сент-Китс и Невис. Что ж, я от имени Руанды рад всех приветствовать в этом зале и хочу выступить против ввода общего дресс-кода, ибо каждый волен носить то, что он хочет. И я считаю, что, что общая норма ношения одежды не соответствует нормам ни одного государства, ибо у каждого есть своя национальная одежда, и каждый волен в ней ходить где и как хочет. У меня все. Вопросы, предложения. Спасибо, уважаемый делегат Руанды, уважаемые делегаты и уважаемая делегация Руанды. Так как вы выступаете от имени страны, вы должны использовать не местоимение «я», а местоимение «мы», так как вы являетесь официальным представителем государства и не выражаете свою точку зрения, а точку зрения официальную вашего правительства. Спасибо. Спасибо. Уважаемый делегат Сент-Китс и Невис, вам слово, у вас полминуты. От имени нашего государства я хочу сказать, что мы категорически против введения общей формы в высших заведениях, так как это может ущемлять, во-первых, права некоторых стран, например, Саудовской Аравии, в которой женщины должны покрывать 90% своего тела черной туникой. И в российских, например, в российских вузах это будет просто оскорблением открывать их ноги или хотя бы руки. Поэтому мы категорически против введения каких-либо общего дресс-кода, так как это ущемляет права большинства стран. Спасибо, уважаемый делегат Сент-Китс и Невис. Вы можете занять свое место в зале. А далее делегация Ирана. У вас полминуты. Приветствую делегация Ирана, приветствует всех присутствующих делегатов. Спасибо за предоставленное слово. Делегация Ирана выступает за введение дресс-кода, но вот так как вот сейчас выступила делегация Сент-Китс и Невис, она, делегация говорит то, что для каждой стране общий дресс-код, здесь не написано общий дресс-код, для каждой страны определенный, вот, определенный дресс-код, но только в рамках определенной, вот, определенной признаки, которые нужно внести и принять все же дресс-код, потому что, например, в мусульманских странах как бы ущемляются права в некоторых местах. И не надо смеяться. Уважаемые делегаты Ирана, извините, заканчивайте свое выступление. Да, да, да. И для каждой страны внести свой дресс-код, дабы не ущемлять права каждого. Спасибо. Спасибо. Вы можете занять свое место в зале.
И последняя делегация Израиля. Добрый день, уважаемое международное сообщество. Спасибо, председатель. Делегация Израиля хотела бы выразить свое негодование по поводу вынесения данного вопроса на обсуждение мирового сообщества, потому что мы хотим в очередной раз напомнить, что мы живем в биполярном мире, в котором никакие формы неототалитаризма невозможны, в том числе введение общей обязательной одинаковой формы в высших учебных заведениях мы воспринимаем именно как форму неототалитаризма. Таким образом, мы воздерживаемся, мы призываем международное сообщество не подписывать какую бы то ни было резолюцию, которая поддерживает ношение общей формы в высших учебных заведениях, и поддерживаем любую самоидентификацию студентов, в частности, и вообще всех людей на нашей планете. Спасибо большое. Спасибо, уважаемый делегат Израиля. Итак, уважаемый делегат, мы заслушали все позиции стран. Теперь мы переходим к процедуре подачи резолюции. Процедурное предложение установить на подачу резолюции время 10 секунд. Есть ли поддержка? Есть ли возражения? Так. Да, возражения есть. Мы переходим к голосованию. Уважаемые делегаты, поднимите ваши таблички. Те, кто выступает за процедурное предложение председателя. За. Так, считаем. Спасибо. Те, кто против? Спасибо, уважаемые делегаты. 55 за, 22 против. Данное процедурное предложение проходит. Итак, отсчитываем 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Итак, у нас подан проект резолюции под спонсорством Израиля, Гвинеи, Бисау и Зимбабве. Резолюция, соответственно, введение дресс-кода в высших учебных заведениях. Уважаемый эксперт, можете ли вы зачитать нам проект резолюции? Спасибо, уважаемый председатель. Так. Пункт первой повестки дня – введение дресс-кода в высших учебных заведениях. Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей. Генеральная Ассамблея, ссылаясь на цели и принципы Организации Объединенных Наций, ссылаясь на ежегодный доклад Генерального секретаря по детям и вооруженным конфликтам 2007 года, признавая приоритет человеческих ценностей, уважение прав и свобод граждан, подчеркивая важность рассматриваемой проблемы, осознавая необходимость скорейшего рассмотрения проблемы, будучи преисполненной решимости следить за исполнением и соблюдением настоящей резолюции, первое, рекомендует всем государствам-членам ООН не вводить обязательные правила дресс-кода в высших учебных заведениях. Второе, призывает не ограничивать свободу самовыражения студентов высших учебных заведений. Третье, предлагает государствам-членам Организации Объединенных Наций при необходимости распространять моду в высших учебных заведениях на официальный деловой стиль одежды, что не должно иметь принудительный характер. Четвертое, подчеркивает необходимость разделения понятий дресс-код и форма. Пятое, постановляет в дальнейшем активно заниматься этим вопросом. Спасибо, уважаемый эксперт. Уважаемый делегат, мы переходим к процедуре представления проекта резолюции. Для этого нам необходимо выслушать одного из спонсоров, который нам представит резолюцию, и по одному выступлению за и против данного проекта резолюции. Итак, зачитывание не является представлением, вы объясняете пункты. Помимо этого, предложение по установлению регламента на представление резолюции полминуты, на выступление за и против по 15 секунд. Есть ли поддержка? Есть ли возражения? Да. Так, возражения есть. Мы переходим к голосованию. Поднимите ваши таблички, те, кто поддерживает предложение председателя, и удерживайте их. Итак, да, вопрос. Предложение председателя.
об установлении следующего регламента. 30 секунд на представление проекта резолюции, по 15 секунд на одно выступление за и на одно выступление против данного проекта резолюции. Да, делегация Никтала. Поправки будут вноситься только в принятый проект резолюции, так как мы сейчас еще работаем с рабочим документом, поправок нет. Ну, поправок к нему не может быть еще подано. Да, уважаемый делегат Зимбабве. Спасибо. Итак, 20 секунд на представление и по 15 секунд на выступление за и против. Есть ли поддержка? Еще раз. Есть ли возражения? Итак, возражений нет. Спасибо. Принято консенсусом. Уважаемые спонсоры, кто будет выступать с представлением? Израиль. Давайте. 20 секунд. Уважаемое международное сообщество, мы бы хотели подробнее остановиться на пункте 3 и на пункте 5 данной резолюции, потому что предыдущие пункты мы уже высказали в своей позиции страны. Итак, пункт 3 предполагает необязательное ношение какого-то установленного дресс-кода, но тем не менее соблюдение норм приличия, которые предусмотрены менталитетом либо культурой данной конкретной страны, в которой он будет применяться. И пункт 5 постановляет дальнейшую разработку данного, как нам кажется, очень важного вопроса, так как в рамках сегодняшнего заседания нам сложно прийти к какому-то идеальному решению. Спасибо, уважаемый делегат Израиля, вам за представление. Итак, кто желает выступить за? Греция. Против? Намибия. Делегация Греции, вам слово. Большое спасибо, уважаемый председатель. Мы приветствуем мировое сообщество и хотим бы остановиться на вот какой проблеме. Говоря о дресс-коде, мы можем сказать, что в нашей стране есть небольшая проблема. У нас очень жарко. И поэтому форма, по нашему мнению, является абсолютно необязательной, поскольку она ущемляет не только социальные и культурные права учащихся, но и их банально физические потребности, так как чаще всего она предполагает пиджак, рубашку, что затрудняет. Спасибо, уважаемый делегат Греции. Ваше время истекло. Вы можете занять место в зале. Да, уважаемый делегат Намибии, ваше выступление против. Так, а Намибия против? Значит, нужно, необходимо. Наша делегация считает, что принятие данной резолюции просто подвергает сомнению существование и международные нормы ношения одежды, что невозможно принимать данную резолюцию, так как мы, в принципе, забудем о пиджаках, будем все ходить в трусах, и все это будет очень плохо. Спасибо. Спасибо, уважаемый делегат. Да, да. Итак, во-первых, это возможно в письменном виде сделать. Во-вторых, мы можем неформальные дебаты объявить. Однако председатель не считает целесообразным переходить к данной процедуре. Итак, уважаемые делегаты, мы закончили представление рабочих проектов. Теперь мы должны перейти к голосованию за данный рабочий документ, чтобы у нас был проект резолюции. Рабочий документ принимается простым голосованием большинством голосов присутствующих делегатов. Поэтому председатель ставит на голосование вопрос принятия данного рабочего проекта в качестве проекта резолюции. Есть ли у нас поддержка? Есть ли возражения? А
три. Так, поднимите и удерживайте табличку возражающих. Спасибо, опустите вашу табличку. 72 за, 5 против. Данный проект резолюции принят. Итак, уважаемые делегаты, теперь мы переходим к процедуре подачи поправок к данному проекту резолюции. Да, уважаемый делегат Непала. Да, 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 конечно. Спасибо, уважаемые делегаты. У нас поступила поправка ко второму пункту от делегации Непала. Так как мы работаем в таком быстром порядке, поэтому предлагаем обсудить ее сразу же. Уважаемый делегат Непала представил свою поправку. Есть ли выступление за и против данной поправки? Так, соответственно, за и так, против. А кто против? У нас одно выступление против может быть. Итак, выступлений против нет, однако мы должны выслушать выступление за. Это будет депутат делегат. Так, снимай. Итак, у нас никто не желает ни выступить за, ни выступить против, поэтому мы. Да. Итак, мы проводим голосование по поправке от делегации Непала, которая заключается в том, чтобы удалить пункт 2. Призывает не ограничивать свободу самовыражения студентов высших учебных заведений. Уважаемые делегаты, если... Итак, мы переходим к голосованию. Поднимите ваши таблички, те, кто выступает за удаление данного пункта. За удаление данного пункта. Спасибо. Опустите ваши таблички, те, кто против. Спасибо. 60 голосов за, 17 против. Данная поправка проходит. Второй пункт удален. Итак, еще одна поправка от делегации Зимбабве к пункту первому оперативной части заключает. Итак. Пункту третьему, прошу прощения, оперативной части. Уважаемый делегат Зимбабве, у вас 30 секунд на представление. Итак, спасибо, уважаемый делегат Зимбабве. Да, уважаемый делегат Намибии. Хорошо, есть ли поддержка данного процедурного предложения? Есть ли возражения? Возражения есть, переходим к голосованию. Необходимо 2/3. Итак, поднимите и удерживайте ваши таблички, те, кто голосует за данное предложение делегации от Намибии. Спасибо. Те, кто против. Это запрещено.
Итак, уважаемые делегаты, так как у нас изменилось количество делегатов, в настоящий момент находится в зале 56 делегаций, 50 из которых проголосовало «за» и 6 «против». Уважаемые делегаты, предложение Намибии проходит. Мы переходим к голосованию. Нет, Намибии о переходе непосредственно к голосованию. Мы переходим к голосованию по данной поправке от делегации Зимбабве. Итак, пункт в измененном виде будет звучать следующим образом. Предлагает государствам-членам Организации Объединенных Наций при необходимости распространять моду в высших учебных заведениях на официальный деловой стиль одежды, а также на национальную одежду, признаваемую официальной, что не должно иметь принудительный характер. Итак, голосование. Поднимите и удерживайте ваши таблички, те, кто голосует за данную поправку. Спасибо. Те, кто против? Спасибо. Итак, 46 за, 10 против. Данная поправка проходит. Итак, уважаемые делегаты, мы закончили рассмотрение поправок. Мы переходим к голосованию по итоговому проекту резолюции. Итак, да, уважаемый делегат Никола. Так, к преамбуле. Да, мы не рассмотрели поправку к преамбуле. Ваше предложение, делегат Непала. Спасибо, уважаемый делегат Непала. У нас берет слово эксперт. Уважаемый председатель, уважаемый делегат Непала, да, действительно, данный доклад не имеет никакого отношения к сегодняшней повестке дня, поэтому эту поправку мы принимаем как экспертскую. Спасибо, уважаемый делегат Непала. Как дружно, да, да. Спасибо. Итак, мы рассмотрели все поправки, мы переходим к голосованию по резолюции, по принятию резолюции. Уважаемые делегаты, поднимите и удерживайте ваши таблички, те, кто голосует за принятие данной резолюции. Спасибо. Против? Спасибо, уважаемые делегаты. 50 за, 6 против. Данная резолюция была нами принята. Вот, уважаемые делегаты, и последнее, что необходимо. Нам необходимо закрыть нашу сессию Генеральной Ассамблеи. Процедурное предложение о закрытии сессии Генеральной Ассамблеи. Есть ли поддержка? Консенсусом. Есть ли поддержка? Есть ли возражения? Принято консенсусом. Итак, вот это примерно то, что ждет вас в течение 5 дней. Каждый день вы будете в таком же режиме работать. И генеральный секретарь, я думаю, хочет сказать вам еще несколько слов. Спасибо. Дорогие друзья, секунду внимания. Спасибо большое Никите и спасибо большое Максиму за проведение этой безупречной сессии. Дорогие друзья, мы с нетерпением ждем всех вас в нашем секретариате в комнате 37. Если у вас есть какие-либо вопросы и по модели, которая состоится 15 по 19 апреля 2013 года, мы ждем вас у себя в секретариате. Если вы хотите стать членом нашего секретариата, то... You're welcome. Спасибо большое. На этом презентация о Московской международной модели ООН закрыта.